слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшний рассказ о побеге из Парадис Фоллс. Поверьте мне, шеф, да я одной левой этого работорговца вложу. Мигом! Опа! А теперь стой спокойно! Ай да, Аргайл! Ай да, сукин сын! У тебя получилось! Придержите благодарности, шеф! Нам еще нужно выбраться отсюда! За мной, пока охрана не смотрит на главные ворота! Не так быстро, мой прогнивший товарищ! Та девушка, с которой мы сюда попали, мы ее последняя надежда! Вперед! Все бы ему дамы! Ну ладно, ее заперли вон там! Они называют это карцером. Сперва снимем того охранника. Предоставьте это мне. Эй, приятель, закурить не найдется? А, Лотос! Я! Ха-ха! А теперь дверь. Как два пальца, шеф. Ну вот, леди, вы спасены, а теперь выходите. Что за... Шеф, тут пусто. Руки вверх, придурки. Из Парадис Фоллс никому не уйти. А теперь шагом марш назад в бараки. Тихонечко и без резких движений. Брось оружие, поганый работорговец. Вы в порядке, ребята? Я выбралась из ящика и почти сбежала. Но тут вы попали в передрягу. Постой-ка! Сестренка, это мы тут спасатели! Да ладно тебе, Аргайл, не будь букой. Мы должны поблагодарить девушку. Мисс... Пенелопа Чейз, охотница за приданым. Можешь потом поставить мне пиво. А теперь давайте заканчивать эту вечеринку и убираться к чертовой матери отсюда. Вперед! Аргайл, мой старый друг, кажется, я влюбился. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя глава называется «Бойня у супермутантов». Это отучит слюнтяев из Парадис Фоллс за нами бегать. Вроде как это последний, шеф. Итак, мисс Чейз, как так вышло, что вас задержали работорговцы? Друзья называют меня Пенелопой. Скажем так, работорговцы не в большом восторге от людей, которые мешают их караванам. А когда я говорю «мешают», я имею в виду «взрывают». Вот что нужно этой пустоши. Больше смелых женщин со взрывчаткой. Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь идешь? Глупый человечек, заткнись! Теперь ты пойдешь с нами. Супермутанты! Из огня, да... Ну хватит вы, ужас, летящий на крыльях ночи. Девушке и так досталось за этот день. Уберите оружие или... Зачем твой дружок Гуль что-то тащит у них из кармана? Смельчак, сейчас не время для шаловливых ручонок. Он ничего не тащит, дорогая. Он скорее наоборот отдает. Ложись! Старая добрая буря в Шейди Сэнс. Ах, как болит! Вот какой же! У вас все в порядке? Надо же, Аргайл. Для Гуля ты весьма изобретателен. Шутишь, дорогая? Да Аргайл спасал мою шкуру столько раз, что я давно сбился со счету. Уж понятия не имею, как я без него исправлялся. Со всем должным уважением, шеф, вы не справлялись. Если помните, это я вытащил вас из того небольшого положения... О, ну хватит, старик. Давай не будем утомлять прекрасную мисс Чейз этими древними подробностями. Даже не знаю, смельчак. Вот, к примеру, твое имя. Мне больше нравится Херберт. А почему? Шеф, там вроде малыш плачет. Где-то в тех развалинах. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя часть называется «В паутине черной вдовы».
Ох, и достали же меня эти супермутанты. Остается одно — бежать. Вон, в те холмы. Разве не там скрывается городок Ракополис? Знать бы точно, где он. Кажется, вы в хорошей компании, мисс Чейз. Мы с Аргайлом старые друзья Ракополиса. Знаем пароль и отзыв, и секретный стук. Шеф, это секретная информация. Вы же не... Да ладно тебе, старик. Мисс Чейз вряд ли станет болтать о секретах Ракополиса. Верно, мисс Чейз? И потом судьба вынуждает нас. Так ты знаешь, как туда добраться. Тогда вперед, супермутанты уже близко. Идите сюда, к этому большому валуну. А теперь секретный стук. И опаньки! Вот это гнездышко, смельчак. Ну, рассказывай, всех своих подружек сюда водишь? О, нет, мисс Чейз. Смею вас заверить, это будет нашим особым местечком. Что вы делаете, шеф? Это же Ракополис, одно из самых безопасных мест на пустошах. А вы только что показали его незнакомым. Пенелопа, не обращайте внимания на ворчание моего слуги. Видите ли, у него склонность к драматизму. Однажды он... Даже не знаю, мой милый смельчак. Мне кажется, что инстинкты гулей... Пугающе безошибочно. Эй, а мне казалось, мы друзья. А теперь ты тычешь пушку мне в лицо. Плохая идея, мисс Чейз. Плохая идея. Говори, что хочешь. Через полминуты к нам присоединятся мои друзья из Парадис Фоллс. Я так и знал. Я знал, что с этой дамочкой каши не сваришь. Но все гораздо хуже, чем я думал. Это черная вдова. Это точно. Мы годами пытались захватить этих грызунов из Ракополиса. Без тебя у нас ничего бы не вышло, смельчак. Мы в одном шаге от краха, мой старый друг Аргайл. Я подвел нас в шаге от краха. О да. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодня мы расскажем вам историю под названием «Ракополис между молотом и наковальней». Эй, отвали, зомби. Никаких интрижек. Интрижек? Мисс Чейз, вы раните меня в самое сердце. Какие уж тут интрижки с орлиным клювом! О боже мой, Аргайл, ты вырвал у нее сердце. А, я всегда знал, что эта стерва бессердечная. Видите, шеф, бессердечная. Может, твоему кунг-фу здесь и нет равных, старик, но над чувством юмора еще придется поработать. Что это значит? О, великолепный король Тук, бесстрашный глава Ракополиса, это я, смельчак. Смельчак Дэшвуд. Херберт Дэшвуд? Я должен был догадаться. Но что это за мертвая женщина? И это что, ее сердце? Тебе не о ней нужно думать, Тук. Через пару секунд сюда ворвутся работорговцы. Работорговцы? Вы привели сюда работорговцев в Ракополис? Идиоты! Да вы хоть понимаете, что натворили? Ну что, стоит укрепить защиту? Обнимашечки закончили, шеф, пора валить! Граждане Ракополиса, уничтожьте этих нарушителей! Сюда, Аргайл, в пещеры! Это наш единственный шанс! Они догоняют, шеф! Видите, вон тот выступ! Как, сможете запрыгнуть? Вы же не такой живчик, как раньше! Мы мигом жалкие желчные жабы! Сейчас вы тут ляжете! Шеф, не волнуйтесь, уже бегу. Поторопись, старик, я долго не продержусь. Кажется, пришел конец нашим. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла.